Если в спину влетает, у них хила нет. У меня их 30 штук. У меня 4 еще есть. И 6 есть. Но они втроем как они остались. Три было. Надо было все-таки медвежек не спешивать, а не вот это. Я ведь прочухал. Я сразу прочекал челика такой. Я был уверен, что мы их обоих спешим. Я был уверен. Он не мой. Да, уже ботинки на вес. Ну да, сейчас скоро кидываем. Что-то дерьмо у меня там достаточно даже. Я сам все. На самом деле его скидываешь в сундук, да, там просто этот хлам, а потом хоп, посмотришь, там накапливается. Я в отдельную вкладку скидываю всякую хрень. Не, так я ж тебе говорю, надо подбежать к этой убежке, и там возле убежки будет табличка. И в этой табличке надо вызвать, типа, возврат вещей. Нет, они там и будут в убежке спешать, в твоих персональных вот. Ну, типа, да. А когда их снесут, типа, вопрос? Почему вы падали? Разве фаеров туда берут, там же типа чисто либо фрост? Не. Серьезные пачки не берут, там Фрост и Арбали все больше нет. Ну и курса, Борис. Да. Я немного забыл, что мне не надо было открывать. Челик. Есть контакт, контакт. Смотрите, не попадитесь так. Ловушку. У него весь сет сломался. Почему он один влетел?